В России назвали размер идеальной зарплаты. По мнению большинства респондентов, ее среднее значение составляет 192 тысячи рублей. Также опрошенные назвали и идеальные признаки хорошей работы. График 5-2, хорошие отношения с коллегами, удобное местоположение, гибридный формат работы и возможность совмещать работу и личную жизнь. А какой идеальную работу видят саровчане? Это хорошо, что будет хороший начальник. От этого много зависит. Очень важно, да. Чтобы был хороший руководитель, а там уже... И график, ну, зарплата. Вот. Ну так, кому как. А вот удобный график? С 8 до 5. Ну, по графику, не знаю, даже. С 8 до 5 хорошо, по-моему, все. С коллегами тоже хорошо, когда хорошие отношения. Вот. Когда есть взаимопонимание какое-то. Свободный график, близко к дому. Хорошая зарплата. Идеальная работа? Работа, на которой я себя реализую полноценно. Пожалуй, так. Идеальная работа – это когда ты работаешь из дома. Заработная плата, в первую очередь. Коллеги, отношения в коллективе. Ну и потом, наверное, как вы сказали, чтобы не так уж далеко было от дома. Идеальная работа? Удаленная. Удаленная, да. Когда ты сам строишь свой график. Да, сидишь дома там, занимаешься своими делами. И иногда там что-нибудь это, чем пишешь, какие-нибудь там программки. Мне кажется, главное, чтобы был хорошо проставлен рабочий процесс, поставлены условия, объем работы был, чтобы соответствующий. Зарплата у меня, в принципе, на самом деле не особо так волнует. Главное, чтобы хорошо, более-менее платили, это достаточно. Конечно, коллеги, это тоже очень важно. И, конечно, хороший руководитель. А работать мне устраивает 5 на 2. Идеально. Удаленная работа в интернете. А почему? Ну, свобода перемещения, большая зарплата. Чтобы поспать можно было на работе. А вот по Сарову, как вы считаете, какая она идеальная зарплата для саровчан? Ну, не знаю, 1100, наверное, идеальная. Ну, я думаю, что, в принципе, вот сейчас у нас минимальная, какая там-то, 17, что ли, тысяч, да? Ну, вот надо раз в 5 поднять. Вот я думаю, это было бы более-менее средняя нормальная зарплата. Ну, знаете, сложно сказать, в силу того, что у всех свои потребности, поэтому затруднюсь вам ответить. Все зависит от семьи. Если, например, муж хорошо зарабатывает, то жена может себе позволить там и 20 тысяч зарабатывать. То есть это зависит от семьи, от количества людей. 136. Да, я полностью солидарна. 30, наверное, не больше. И не меньше. Ну, все по потребностям, не знаю. Мне бы сотни хватило бы. 50 тысяч. Я пенсионерка. Мне бы хватило 50 тысяч пенсии. Ну, вот по последним опросам говорят 1200. Я думаю, похоже на правду. Для меня 50, не меньше.